Ба-ба-бау, всем привет! И сегодня днем я делал видео с названием «Помогите найти мелодию». И что из этого вышло? Да, мне нашли просто буквально за считанные секунды мелодию, которую я искал там 6 лет. Почему я раньше не мог догадаться, что всего лишь можно на ютубе спросить? И топ-коммент, значит, от MC Михаил YT. Возможно, ошибаюсь в произношении твоего ника, брат, но спасибо. Ты дал ссылку на это видео, на эту песню, на эту музыку. Это Рючи Сакамото «Merry Christmas, Mr. Lawrence». Это саундтрек из фильма оказался. Вот, и я все, дико рад, что теперь у меня есть эта музыка. И да, за это будет классный бонус! В общем, что, на следующей неделе в Козе, который, кстати, сейчас мы будем снимать, вот поэтому я уже готов, мы будем сейчас все снимать, да. И на следующей неделе в проекте Коза вы наконец-то увидите первую часть моего фильма с Костиком про то, как я был в Китае. Значит, все увидите, подробности все увидите там, многие спрашивают, хотят видеть, да, я ничего не выкладываю пока что. Хочу, чтобы там вы все увидели. Но небольшой бонус для тех, кто подписан на Ликея 28, то есть на этот канал, видео, с которого вы сейчас смотрите. На Козе фильм выйдет в урезанном, конечно же, виде, потому что все-таки там формат, там нужно... Ну, никто не будет там 2 часа смотреть, грубо говоря, да? Здесь же, на Ликее, я после фильма, после того, как уже целый фильм выйдет, я сюда выложу... все сырые фрагменты, вот как они просто были сняты от начала и до конца, то есть там вы услышите и увидите все-таки больше на самом деле, вот. Ну что? Ну что ты на меня так смотришь? Ты все-таки хочешь, чтобы я чуть-чуть тебе показал? Ладно, только совсем чуть-чуть, я покажу тебе своего кореша, мы называли его просто Богомол, потому что он показывал нам Богомола и учил нас делать Богомола, да? Смотри его. Вот так вот, все, ждите фильм. На Ликее дальше будет выходить скайп-шоу, полночный штурмовик и куча разных всяких приколов, таких вот видео, например, да. Ну что ты так смотришь? Ну да, борода, вот, я специально только вот сейчас не побрился. Я 40 дней, что был в храме, да, я не брился вообще. И сейчас, вот снимая это видео, я решил тоже не бриться, чтобы ты вот посмотрел, как я выгляжу с бородой. Валлаши махахилахалла, чисто, да? Все, смотри на бороду, эксклюзивно для Ликея 28, сейчас перед козой пойду и побреюсь. Па-па-па-па!